Друзья, прошлый выпуск набрал просто неимоверное количество просмотров, поэтому сегодня я специально приехал в Петербург, и мы снимаем второй выпуск. Давайте наберем 5000 лайков, и сразу же выйдет следующая серия из другого города. Если вы хотите участвовать, то в описании под этим роликом есть форма, вы ее заполняете, я с вами связываюсь, приезжаю в ваш город или снимаю в своем, неважно. Суть выпуска проста. 100 рублей дается каждому человеку, и за определенный промежуток времени их задача купить что-то на эти деньги, а вы выбираете, чей набор бюджетный был наиболее полезен и интересен вам. Тема сегодняшнего выпуска – это обед студента. Посмотрим, что они смогут купить на эти деньги именно здесь. Ставим лайк, пишем комментарий и начинаем. Кстати, пока мы снимали этот выпуск в солнечном Петербурге, что, в принципе, уже немного странно, я то и дело пересекался с большим количеством симпатичных девушек. Ну, знаете, как-то подойти и познакомиться я испугался, но потом вспомнил, что зарегистрирован в Баду. Теперь, когда вы случайно встретите симпатичную девушку где угодно, вы ее не потеряете. Потому что потом можно прийти домой и посмотреть, с кем у вас были пересечения по геолокации в течение всего дня. Алина вообще зачем-то написала, что я очень красивый. Также здесь есть функция «Люди рядом», и вы можете посмотреть, какие девушки, ну или парни, в случае, если вы девушки, находятся рядом с вами в буквально нескольких там метрах от вас. И вот таким шпионским методом я решил воспользоваться, когда пришел в гостиницу в Петербурге, открыл графу «Люди рядом» и нашел девушку, которая была буквально в нескольких метрах от меня, по-моему, в этом же доме она жила. И после небольшой переписки в Баду мы с ней замечательно провели ночь. Мы смотрели, как разводятся питерские мосты, слушали уличных музыкантов. Вот зачем я это снимаю? Я потом буду это смотреть, что ли? В общем, очень приятная оказалась девушка, и замечательно мы провели время, она мне показала ночной Питер, а он не только как днем. Поэтому попробуйте приложение Баду, здесь очень много приятных девушек и парней, которые жаждут общением именно с тобой. Ну что, я вам раздаю по 100 рублей, делайте с ним все, что хотите. Можете уйти домой, в принципе. Поехали. И сейчас надо найти то, что попить, потому что еще можно в Дикси поесть, это, ну, какие-то снеки. Обедать снеками – это не лучшее дело. Вряд ли мы пиво будем брать. Надо найти что-то бюджетное, а из бюджетного – это то, что надо найти по скидкам. Есть либо фреска, либо пиолета. Собственно, здесь целый литр за 32 рубля. Я думаю, это идеальный вариант. Возьму его. Ролтон. Им особо не наешься. 5 говяжьих бич-пакетов. Я думаю, этого хватит, чтобы наесться. Российский сыр всего за 8 рублей. Неплохой выбор. Обычная вода за 15 рублей – неплохой выбор. В принципе, нужно взять что-нибудь мясное. И нам отлично подойдет, да, конечно. Нам отлично подойдет паштет и всего за 20 рублей. Конечно, хотелось бы на обед поесть курицы, но не наш бюджет. В принципе, что-то свеженькое было бы неплохо к нашему обеду, но... Сыр плавленый, дружба. 33 рубля. Я думаю, это наш выбор. Я не знаю, из чего он. У меня осталось еще 26 рублей. Давайте посмотрим, что можно купить на эти деньги. Батон, как обычно, спасает. Батон с нашим маслом – это... Это все, что нам остается. Один. Нет. Где-то недалеко здесь есть Пятерочка. И это отличный шанс, чтобы потратить оставшиеся 26 рублей.
Короче, пока ждем наших участников. Давайте поставим лайк под это видео, наберем 5000 лайков, как я хотел. И, кстати говоря, если мы соберем 5000 лайков очень быстро, то в следующем выпуске я раздам каждому из участников по 500 рублей, и их задача будет накупить техники на эти деньги. Поэтому ставьте лайк, все зависит только от вас. А я, знаете, профессионал. Все, спасибо, ребят. Нюша, конечно, классная, но не по моему карману. Даже самый дешевый доширак стоит 10 рублей. Вот этот экспресс. Просто, понимаешь, как бы 12 рублей. Ну что за миллионеры тут закупаются? При моих 5 рублях. Идем смотреть что-нибудь из выпечки. Офигенно. Это явно не похоже на выпечку. Возможно, у нас есть шанс. Хлеб для бутербродов или булка. Булка дешевле и вкуснее, на мой взгляд. О, Milky Way, нормально. Окей. Чупа-чуп за 3 рубля. Последние деньги. Потратил все свои деньги, у меня осталось 2 рубля. Я купил на последние 5 рублей чупа-чупс. Осталось дождаться Сашу и посмотреть, что купил он. Старбакс, не хотите? Нет, спасибо. Хотите купить карту? Нет, спасибо. И у меня осталось еще 5 рублей, на которые я мог бы купить еще конфет. Но я уже не буду возвращаться в магазин, а пойду к ребятам, потому что уже время с ними встречаться. Итак, ребята, с возвращением вас. Давай начнем с этого. Это что у нас, фруктовый ягодный микс? Ну, пробуй давай. Ну, он вкусный. По вкусу. Химоза. Окей, дальше у нас есть батон, как я понимаю. Да, самый обычный батон, который можно найти у себя в магазине. Который идет в коллаборации с... С плавленым сыром «Дружба». Откусываем сыр и закусываем. И можно запивать сразу, да? Ну и как по вкусу? Ужасно. Окей, это был набор Димы. Напоминаю, что сверху есть опрос, где можете голосовать, кто, по вашему мнению, разумнее потратил эти деньги. А сейчас переходим к набору Саши. Рассказывай, пожалуйста, что ты приобрел, потому что кучка-то такая. А на первое можно приготовить себе много лапши. Очень ага. Лапши, их целых 5. 5 лапш. Попробуй сухую, да. Ну как, нормально? Нет. Есть еще паштет. Его будет сложнее открыть. Вот так вот в Древней Греции люди добывали паштет. Ну, ребята, думаю, после такого вы обязаны поставить лайк, потому что человек реально старается. Пока мы пытаемся вскрыть паштет, скажу, что победителем прошлого выпуска по вашему голосованию оказался Лёва, и он получает суперприз. Напишите в комментариях, какой приз может быть в нашей рубрике. Я вот не могу реально понять. Все, он пошел. Он сам пошел. Ты хочешь пробовать это? Нет. Аппетитно, в принципе, выглядит. С примесями кирпича, конечно. Вот мне интересно, сыр российский, как ты будешь в спартанских условиях есть, потому что, как мы поняли, что с паштетом обстоят проблемы. Ну и закуси хлебом хотя бы. Как дружба. Как дружба. Нормально? Нет. На самом деле сложно решать, у кого лучше получился набор, поэтому даю эту прерогативу исключительно вам. Делайте, если хотите участвовать в нашей рубрике, в описании есть форма. Я хочу поездить по разным городам и пишите, из какого вы города. Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и подписывайтесь на мой инстаграм. И, ребята, оставлю ВКонтакте, инстаграм, что-нибудь, что они захотят в описании. Все, всем пока, с вами был Айдан, до свидания. Ой, ужас какой.